А, всем здорово, с вами как обычно мистер Сафари и Ливи. И сегодня мы поиграем в Spin Tires. И будет у нас сегодня обзор очень тяжелой вещи такой. Как бы полегче сказать, ну короче, инвалидная коляска, инвалидский дрифт будет. Мы на стриме увидели, что она дрифтовая, особенно не вот эта, а которая вот там маленькая стоит. И Ливи уже успел разбить свою тележку. Но ничего, у тележек же у этих инвалидских. Самый прикол в том, что у нас есть лебедка. Поэтому вообще найс. Кстати, у маленькой лебедки больше. А, там другой. Кто кого перетянет, ё-моё. Я в другую сторону. Я тут, кстати, водитель. Я тебя тяну, интересно, нет? Да. Ты меня немножко тянешь. Иди сюда, мой мелкий друг. Ты рано реально твоя мелочь. Ну, как вы понимаете, тележки не особо будут по грязи кататься. Не, она на повышенной реально глохнет. Ребят, самый прикол, что она, ну, заменена грузовиком, ну, как обычно, это какой-то из грузовиков, и также у нее есть двигатель, который глохнет, хотя это очень странно как-то вообще ощущается, что у нее двигатель глохнет, what the fuck. Так, ну я развил максимально на ней скорость на четвертой передаче, и вот он, дрифт. И все. Я застрял. Так, я хочу на мелкую пересесть. Мелкая вроде была стабильнее. О, а тут чел на мелкой есть, кстати, да. Да. И он рулит, смотрите, он на руле с рулем. То есть, блин. Да. Четко. И он крязь. Смотри, у нас асфальт продавливает. Вот это пониматели. Смотрите, вот она дрифтит вообще жестко. Смотрите, просто. Боком можно навалить. Смотри, как она умеет, смотри. Давай. Сейчас, блин, он передачу включает. Не, не получилось. Она круголя, короче, может давать хорошего такая. О, вот сейчас дал круголя хорошего. Я даже не могу на ней максималку выдавить, ребят, потому что очень жестко. А они не управляются. Кстати, если мы полезем в грязь, то мне кажется, нам жопа, да? А ну попробуй меня перевернуть. Опа, смотри, смотри, смотри. Все, внедорожник я себе нашел. Передачу нормально врубает. Так, понижайку. Все. Грязь forever. Тележки для этого сделал. Ё-моё. Она переворачивается в грязи просто. Двигатель заглох. Слышь, она в грязи просто переворачивается. Не. А если большая? Это не едет, короче. А если большая тележка, она поедет по грязи? Маленькая, она, короче, застряла. Это, наверное, будет самый маленький и быстрый обзор на какой-либо мод Spin Tires, потому что на нем, кроме как по асфальту, больше негде кататься, ну серьезно. А смотри, вот эти, видишь, сзади черные хрени у них. Почему? Я всегда думал, что это выхлоп. Не, ну блин, знаешь. В инвалидной коляске. В инвалидной, ну смотри, чисто выхлоп мотоциклетный, нормальный. Прямо ток. Знаешь, какой у нее рев, просто не слышишь за свистом колес. Смотри, что я тяну. Смотри, она по грязи едет, офигеть, на обычный прет, вон, смотри. Я уже куда уехал. Лол, реально. А ну-ка, я на траву смогу выехать? Давай, тяни. Смотрите, она даже может по грязи кататься, это очень странно, как она вообще. Смотри, куда я выехал уже, йоу. Покорение грязи на тележке. Да-да-да. И нужно сзади номер еще 228. Представь такого. Весить, я перевернулся, она очень переворачиваемая. Боже. Почему называется Паша Вилкар? Это типа какой-то Паша на ней катается, не пойму, в реальной жизни. А другая Расти просто. Но это засело у меня. А, нет, смотри-ка, не засело. Едет мелкая. А я сижу. Ну да, ты ж сидишь в этой, в инвалидной коляске. Все, да. Все так и есть. Блин, все. Она, короче, ребят, застревает. Череп... А, не перевернулся, я думал, перевернулся. Блин, ну короче, вы поняли, что это вообще просто трэш-мод, я не знаю, как его по-другому описать, это трэш-мод. Блин, он переключает передачи, вот это меня больше всего доставляет. Он, во-первых, передача у него в воздухе, во-вторых, руль у него в воздухе. И все, он еще сидит на тележке, держась за руль, блин, это странно. Ладно, ребят, думаю, до сегодня этого достаточно, это... Просто не вписывается никак в блин, BMG Drive, Spin Tires. Вид от первого лица. От первого лица? Только сверху. Только сверху, да.
Ну ладно, ребят, если вам понравился этот мод трешовый, то, конечно же, не забывайте поставить пальчик вверх. А с вами был мистер Сафари и Ливи. Всем пока. Пока.